С понедельника по пятницу я нормальный парень с приятным лицом. Хожу на работу с утра до вечера в красивой рубашке и глаженных вещах. Быстрее бы настал бы тот день, когда рассосутся толпы людей в метро, и я стану свободным, забуду на миг о проблемах работе. Надену майку и кепку, эй, шорты синие Nike Air. Теперь я смогу отрываться на полную, строить себе ночь бессонную, танцевать, пока есть силы обнимать девушек красивых. Разгружу свой мозг, я устал, наконец этот день настал. Суббота, 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 я так ждал тебя. Суббота, 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 кругом голова. Суббота. Одно и то же, бумаги, отчеты, графики сложные. Сижу и втыкаю в экран, ведь так надо. Так учила мама и папа, но я не буду таким, как и все. Жить между станцией и метро. Хочу вырваться с этих стен и не быть манекеном за стеклом. Дай мне воздух свободы, сердце бьется сильнее с каждым глотком. Времени нет, уже не до работы, останься сегодня со мной. Музыка громче и громче, набиваю знакомый мотив. Это сводит с ума, но впрочем, сегодня можно и с ума сойти. Суббота.